Итоги уходящего года подведет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 800-летие Нижнего Новгорода, реализация нацпроектов, стратегии социально-экономического развития региона, борьба с коронавирусом – все, чем мы жили с вами в 2021. Губернатор расскажет о принятых важных решениях и планах по ключевым направлениям. Прямая трансляция выступления в понедельник, 20 декабря в 6 часов вечера в эфире телеканалов ННТВ, Нижний Новгород 24, Волга и Волга 24. На сайте информационного агентства «Время Н», а также на официальной страница правительства Нижегородской области в социальной сети ВКонтакте. На телеканалах «Волга», ННТВ и «Волга-24» эфир начнется в 17:30. За полчаса до начала выступления губернатора журналист и телеведущий Александр Ризонтов обсудит итоги уходящего года с экспертами. Служба информации, Артем Логинов.